Я приветствую тебя, мой друг, на моем канале. И сегодня у нас интересное вот такое вот задание по геометрическому черчению. Здесь мы изучаем сопряжение. Нам необходимо нарисовать вот такую вазу по заданным размерам. То есть, проще говоря, нам нужно перерисовать вазу на формат листа А4 в масштабе 1:1. Что мы делаем? Как обычно, мы находим какой-то центр. Давайте я сначала нарисую вот такую точку, и от нее я проведу уже ось симметрии, потому что ваза слева и справа у нас симметричная. Так нам будет легче откладывать размер, диаметр вазы той или иной части. Я получаю вот так вот точку, рисую пол и провожу вверх теперь ось симметрии. Нижнее основание, диаметр 80, высота 10. Следующая ступенька, диаметр 65, высота 3 мм. Готово. Идем далее. Теперь нам нужно построить сопряжение. Вот такой вот плавный переход от нашей второй ступеньки до, как бы, до вот этой точки или теоретической вертикальной линии. Значит, мы откладываем от вот этой крайней точки вверх расстояние 25 мм. И на высоте 25 мм откладываем отсюда тоже точку и находим точку пересечения этих отрезков, и здесь у нас будет лежать центр радиуса 25. Можно взять циркуль и отложить на нем радиус 25. Можно сделать побыстрее. У кого есть трафареты, пользуются вот такими вот трафаретами. Вот у меня радиус 25 миллиметров, то есть я могу сразу же приложить, это будет и быстрее, и красивее. Поэтому решать вам. И теперь у нас здесь идет еще один радиус 5 миллиметров, но уже в другую сторону. И высота вот этой всей ступени получается 30 миллиметров, 25 плюс 30. То есть, значит, вот здесь получается наша окружность идет касательная. И здесь точно так же она идет касательно к вышестоящей ступеньке. Я же беру вот другой трафарет, 5 миллиметров. Теперь следующая вот такая вот тоже ступенька у нас радиусом 5 миллиметров и вся ее высота 10 миллиметров. То есть нам нужно получается 5 миллиметров до середины и дальше 5. То есть мы рисуем половину окружности. Опять же, мы можем взять циркуль, но радиус 5 миллиметров — это очень маленький радиус. Его будет, в принципе, очень трудно нарисовать. И я советую в данном случае точно так же взять уже какой-то трафарет и нарисовать лучше им. Посмотрите, это будет и быстрее, и проще.
Теперь у нас идет как бы опять радиус 5, но уже в обратном направлении. И высота вот этой ступеньки уже 5 миллиметров. Так, смотрим теперь дальше. После вот этой вот ступеньки у нас идет вот такой вот шикарный подъем у вазы. Смотрите, первая его часть идет радиусом 50 миллиметров от вот этой точки вверх. И дальше касательно переходит тоже радиусом 50 миллиметров и заканчивается касательно к предпоследней ступеньке. Что мы делаем? Радиус 50 миллиметров — это большой радиус. Соответственно, мы можем взять циркуль. Теперь иголкой ставим точку и откладываем на оси пометку. Теперь разворачиваем циркуль и отсюда уже теперь рисуем вот такую линию. Не знаю, какой длины она должна быть. Теперь смотрите. Давайте я все это сотру, теперь нам не надо. Теперь у меня есть на высоте 32 миллиметра. Я делаю засечку. От нее откладываю вот эту предпоследнюю ступеньку, которая верхняя ступенька 150 и здесь еще 2 миллиметра. Значит, ее диаметр 146 миллиметров или 73 миллиметра радиус. Откладываю я влево и вправо. Так, я получил вот эту точку. Так как в этой точке наша окружность касается линии, значит, мы можем уверенно опустить радиус 50 мм вертикально вниз и получить вот эту точку. Это будут центры нашей касательной окружности. Немножко сильно много нарисовал, надо было покороче сделать. Не страшно. Немного подотрем. Все, теперь нам осталось только 2 миллиметра высота предпоследней ступеньки. И последняя ступенька высотой 10 миллиметров и диаметром 150. Вот такая вот шикарная у нас ваза получилась в этом видео. Конечно, цветы и фрукты мы рисовать не будем, это уже на уроке рисования вы можете сделать. Но вазу мы смогли выполнить достаточно красиво и оригинально. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и дергайте за колокольчик, чтобы не пропустить множество моих новых интересных и познавательных видео. Всем пока-пока!